Приветствую вас, аноним. Я бы, конечно, хотел бы спросить вас про вашу личную жизнь, про статус вашей личной жизни, вот про то, как у вас складываются отношения с мужчинами, про то, замужем ли вы или встречаетесь с кем-нибудь. Вот, потому что то, что вы описываете, ну, мягко говоря, немножко странно. Вот. А странно, потому что человек, который, по сути, получил от вас отказ, да? Человек, с которым вы не захотели сближаться по причине своих принципов жизненных, по причине своих соображений, вот. Человек этот достаточно болезненно, как и многие мужчины, воспринял отказ, после чего стал вести себя подобным образом. Плюс ко всему, здесь может быть стыд, здесь может быть какой-то действительно страх, вот. Но вам это неприятно. То есть вы человека как бы отказали в сближении, да? Вот, потому что не считали это возможным для себя и вообще не рассматривали, как бы, ну, да, романтику. Человек это воспринял негативно, потому что, ну, явно, если он женат и вот пытается с вами в данном случае сблизиться, то у него есть определенные проблемы. Вот, человек это воспринял болезненно, соответственно, начал реагировать, и вы это приняли на себя. То есть вот ключевой момент в том, что вам неприятно. Вот с этим неприятно, я бы поработал. Это неприятно, я бы раскрыл, потому что это один из ключевых моментов здесь. Дальше. Вы говорите, я не понимаю, почему мужчина так себя ведет. Зачем вам это понимать? Не знаю, что с этим делать. Зачем с этим что-то делать? Что с этим делать, чтобы что? Вы чего хотите в этой ситуации? У вас какая цель в этой ситуации? Она не... Потому что у мужчины цель была одна, с вами сблизиться. Он не смог этого сделать и, соответственно, теперь ведет себя как отверженный человек. Чего вы хотите? Вот на что вам нужно ответить. Вот на какой вопрос вам нужно ответить. У меня сложилось впечатление, что несмотря на то, что вы сказали про восприятие человека как, ну, чисто как вот наставника, да, а вам его внимание было приятно. И вам его внимание приятно. Вот мне, что мне показалось. Я могу ошибаться, но в целом вот так. То есть ситуация, она вообще распространенная. Женщина приходит в школу, проходит обучение, знакомится с преподавателем, преподаватель оказывается женат, а он начинает сближаться с женщиной, женщина его, значит, он как бы не принимает, потому что он женат и правильно делает. Вот. Мужчина обижается, начинает вести себя не совсем корректно, вот. И с одной стороны не может отпустить, потому что как так женщина отвергла, с другой стороны, как бы и задетое самолюбие не позволяет как бы вести себя так. Вот. Еще раз повторюсь, аноним. В этой ситуации крайне важно, чтобы вы разобрались со своими мотивами. Вот.
Для чего вы хотите понять мужчину? Зачем вы хотите с этим что-то делать? Почему вы не можете оставить все как есть? Это вот ключевой момент. Почему это ключевой? А, ну и еще то, что вам неприятно. То, что вам неприятно. А почему? Потому что человека вы не переделаете и не измените. Если бы он хотел, например, серьезных отношений с вами, он бы развелся со своей женой. Он бы развелся со своей женой, ну, скорее всего, какое-то время назад. Ну, в худшем случае он бы развелся с ней после того, как вот, ну, начал чувствовать к вам симпатию. Вот. Такая история. Вот такой ответ, я думаю, можно дать вам на вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.